Suicide Squad! Attack! Bang! Если я сейчас засноуболюсь на бейду, у них типа такой пик, что травман задефаетесь. Шестой левел апнет, и мы можем выиграть до его шестого, даже если так. Все, короче, я косвек свой, поехали. Не ставь бард здесь, поставь воду где-нибудь. Нам нужно видеть тени. Давайте линии хорошо поставим. Мы слышим. Да, я на основании нанимаюсь, когда разговариваю. Сюда ставить? А можно мне один тангус, пожалуйста, парня? Я здесь там стою, получается? Дадим, потом. Давай, хорошо, потом. Тимур, мы вместе стоим? Сейчас разберемся, как стоим. Давайте потом к линии хотим стоять вообще. Я против Чена не хочу. Я хочу против Тинкера стоять, он слабенький на линии. Тинкер, скорее всего, они... Тинкер, Чен на топе. Нужен сайт, здесь вард поставили. Вот здесь вард стоит. Давайте своп, Тейчисон, Вокер в топ. Мне кажется, Тейчисон, Вокер с косвексом... Там Чен плюс Тинкер, ты сам говорил, что не хотел. Я не хотел против Чена, да. Все, поехали. Запустите, пожалуйста. Вокер... Пусть Инвокер стоит с Шэдоу Демоном, у вас же нормально. Стоп, а мы разве с тобой не будем убивать? Под торнадо, под все, пока ты убивать вообще. Ну, типа... Чен, вот, нет. Вот там парень, Чен, на это мидовый рейд. Давай год стоим просто с тобой, нет? Мы сейчас 4 руны отдаем. Все по-старому можно. Да, парни, мы руны отдаем, мы так это делать, нам надо хоть что-то взять. Упс! Давай, в инвиз, ты посвексишь, давай. На первом уровне в инвиз! Слушай, а ты не зря на мне играешь, я понял, в чем дело. Все, вопрос нет. Прости, не доиграл. Да ладно, я же понимаю, ты неопытный. Неопытный. Первая игра на Вокере. Так нет, в смысле уровень первый неопытный. Так, а МК с ферстбладом и сейчас с активкой, с пассивкой набитой или нет? Так, опять не пори, что-то не нравится. Я понял. Че, РМК? Уже фидануть один раз нельзя, я вообще... А ну пошел. Тимур, слушай, мы что-то перепутали, нам этот... По-моему, на первом уровне берется все-таки вот это. Я, конечно, не эксперт. Я в курсе. Ты просто убежать хотел, наверное, да, от них? Я взял, чтобы мы руну добежали взять, у нас время тикало. Многоходовочка, понимаю. Ты на квас переключись, так быстрее регениться будешь, так гораздо проще на линии. Да клоун, у меня первый левел! Я хоть пошел. ЕМП, ну хоть что-то, да, дай нам перед смертью. Я хочу вот что-то. Он танком может, ну. Гений. 8000, что ты хочешь? Не, Тимур, если ты не перестанешь рофлить, ты никогда не рофлил. Что с тобой такое? Почему ты стоишь и прикалываешься? Ну потому что я две игры видел, как ты экзортовый, из-за этого, ну, у вас проблемы по пику. А сейчас со мной ты взял, типа, квас векс и не вкачал квас, и я такой, чё? Кто виноват, что мы 20 секунд ждали? Я держу крипов здесь. Все. У меня вообще пятерка течет. Ооо, с козырей пошел, я понял. С козырей пошел. Слушай, мне кажется, мы сыграли. Можешь прятать его? Прячь. Надо было раньше прятать, я же крипов не понял. Ну, я не понял, что ты хочешь смерть. Я тебе попал. У нас, кстати, два героя по 30 секунд. Я попал. Я тоже. Ласкичу, отступаю. Я не засейвлю. Ласкич. Помянул и только. Да, я... На меня выходит. Подсейв, торнадо, вот сюда. Ой, по всем, хорош. Давай, добивай. А я никого-то не убил. Так а что ты не бежишь-то? Мы с тобой, Тимур. Привет, мы с тобой. Подожди, а ты-то почему умер? Ты же квасфекс. Я понял, я не буду с ним на линии стоять. Тимур, ты понимаешь, как мы сильно слили эту линию? Да расслабься, мы выиграемся, все нормально. Не, типа, ты так рофлишь, как будто ты полностью спокоен, типа, все, мы победили. А чё, нет? Ладно, Торнадо! КД! Ладно, чё ты? Квас векс? Да. Ооо, многоходовочка отдал, смотри. Пячу. Давай, я прощу. МК в форме курьера бежит к вам на бот. Отступаем. Отступаем. Мы не готовы, у нас квас векс. Убей его! Добивай! Все, он твой! МК, я его размял. К вам на бот. Ладно, хорошо. Мы же говорили, что МК, ты чего делаешь-то? Эх! Мипа, походу, все игры проиграет. Мипа на топе, Блайк 0-4. Что с ней делаете, блядь? Чел первый раз в жизни на квасвексил, вы сразу пиздите его на грунтаем. А грунтаем. Надеюсь, рампашка тебе зашла. Мне так очень. Если ты не видел мою первую рампагу, то вот тут по ссылке, либо в описании, ты можешь найти ссылку на ролик на втором канале, где была моя первая рампага. Не забудь подписаться на него, потому что там каждый день выходят офигительные катки из Slow PDS и с High PDS. Приятного просмотра. Дальше. Слышишь, ты соло стоишь на инвокере, включай себе сразу инвиз, чтобы ты нормально стоял. Я чё, у него замедление кончено.
Нет, ну чтоб тебя не загангли там. Меня не загангают, пока ты садил. Парень, есть ТП? Любое. Умрет. Даю. Сори, я нажал на базу, мне надо просто клоном. Поехали. Поехали. Меня мы сбивай, конечно. Ну прыгал куда-то. Вот сюда. Да. Эх, оставить фраг. Эх. Да, ты же косак стоишь, я думал, у вас хорошо. А, у них ТП нету, да, на МК? И где он? Скажите, где он? Скажите, где он? В таверне. А, извините, извините. Но он не обратил внимания. Мы так не выиграем, слушай, сконцентрируйся. Ладно, я еще двумя сетками промазал под дазлу. Я знаю, в ком проблема. Да, понятно. Ну руини, да. Не, ну последний на позитивчике, так сказать. На косвексе. Охуенных историй. А есть подойти, мы же его убьем. Я вхожу с спины, в тузал вхожу. Закрывай, я прыгну. Закрываю. И ты прыгай. Прыгаю. Хоба! Я лечу. Давай, но он без палки, я не знаю. Я промазал. Мы... А, подожди, я понял, что мы не убили его. Так мы ждали мипаря, а он не пришел. Да, какой мипарь, мы снизу убиваем. Да, мы снизу убиваем, это правда. Это правда? Если правда, то правда. Я бегу. Бля, супер. Убьем, пожалуйста. Убьем. Ну убили же? Бегу, брат, бегу. Это нет. Давай. Он твой. Он заставит. Не думаю. Подбегаю стелить. Подбегай, давай. Нужна закладка срочно. Нужна закладка. Оп, хорошо, мой. А он задоджит. Нет, он только мои пуфы доджит, естественно. Все, закладка сработала. Ребята, на релаксе. Ты тоже саппорт, ты же забрал книгу. Нет, мы пополам. Ты меня в прошлый день не видел, что ли? Мы пополам фармили, мы... Ооо, вот это клево. Ну ради дазла, окей, книгу забираю. Сломай эту штуку, пожалуйста. Миша, не хочешь сказать за сникером? Да, хочу еще пару секунд, я думаю... Разрыв есть? Есть прыжок, но он сейчас поставит просто эту свою штуку. А я убил все, блин. Ой, тебя убили. Тихо. Может, тебя убили? Не, тебя убили, брат. Нет, меня не убили. Вообще, я закрыл сюда. Туза. А чё, он просто АФК? Ну, а, да, не подаются, я понял. А давай на него, это... Давай. Я сниму. Я подойду на... Инжокере. Он без ульты будет. Он без ульты, по сике, точнее. Я бегу, мы убьем всех, дазл подходит, но это не беда. Убьем его, он, давай его дазл. Не его. Чё там на миду происходит? Аккуратно. Мне помет ломает. А, тут меня ломают. Ската есть. Есть что-то? Это ТП-6. Чё, можем, если я мид тэпнусь? Давай сюда, давайте на шайн, ребят, у меня проблемы. 7 секунд до меня. Шадоу демон оказался. Ладно, этот топ спешу. Пиздец, и... очень все плохо. Может, тут вижу? Мипа очень небо предмет нашел из... У него Iron V3. Я тоже не видел, прикинь. Нормально, догоним, мужик. Косоглазие такое. На цели. А, давай тут его прям. Никого нету. Давай, давай, никого погнали. Нету. Погнали. Тимур, закладка. Ребята, я минирую, отстаньте. Да давай, братан, ну пожалуйста. Да в смысле, что я сделаю-то? Я минирую, я лучше пору убью, чем саппорта. Вы что, издеваетесь? Вы за пятеркой гонитесь, если что. Да не-не-не, давайте. Давай. Дал арканы. Арканы — это хорошо, Алексей. Спасибо. Докладываю. Спасибо, Борис. Бля, ну ты нажал грибов специально. Грибов убейте? Да, специально. Мы можем подраться. Боже, этот умер. Он не нажмет, бей. Next. Там новое есть аккуратно. Не-не, резать мы не будем тут. Ты куда? А, все, он умирает. Отдаем. Не-не-не-не-не-не, я живу. Не-не-не, с Санфейм живой. Там яйцо. Хорошо. Успей, пожалуйста, блядь, с палкой. А, у меня 3 секунды. Так он тупо я дал. Я лечу. Нормально, они поели. Давай. Не, ладно, забейте, мне надо похилиться. Они что забейте? Я на ниже шрайн. Все, не понимаю, что мне. Блять, взорвался. Аккуратно, против Романа не стоит тогда ведь. Да, там и верно, еще рядом. Греген надо. Они в моем. Ну как в моем? В нашем лесу? Да не, ладно, че ты, твой. Пускай байте, короче. Демон кикинг будет. Где-то здесь прыгать должен. Он здесь на рука на деревьях. Давай убьем его. Байте. Мне в миде могут пойти. Окей, я могу вообще начать. Я могу начать, не надо? Давай. Там учена мяка, кстати. Учена мяка. В смысле 100 золота, не понял. Без палки, можно попробовать? Дастин на меня нажали, хелп. Я понял, что даст. Урну дал. Он в дерьме. Урна, в следующий раз так не кидай то. А я ж это, ультовать собирался. Не, я не сломаю. Можешь попробовать? Я сломаю, пожалуйста.
Хорошо. Нет, его ломаешь. Поймал Тинкера там. Хорошо, хорошо, бегу по Тинкера. Брат, дай урну, брат, дай урну. Лёг, не тебе. Скоро КП. Показывай. Он улетел. Я бы колл снэп успел. Брат, я скоро КП, пожалуйста. Моё? Ну, получается, так. Лёг, лови. Спасибо. Давай проверим. Давай проверим. Не в ренже. Не надо, он так уже. А я ему стеночку поставил, чтобы ему веселее было. Балдёж. И санстрек на 100 урона сейчас ему дам. Жёстко. А я думал, у него стики ещё, стики ещё. А, два стика. Он нажал. Лёх, а добить там мека, там все, надо уходить. Да, да, да. Отлично, все, отступаем, отступаем, все нормально. Мы долго его убили, долго. А, не, а Мэри, мы сыграли двоих героев. О, что? Все, 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 все нормально. Все нормально. Я тоже немного растерялся, ребят, все нормально. Какого драться? А, ну подрался. У меня 9 секунд. Подрался. Бля, там эти минки ебучие, сразу пошел. О, это макаки надо дать. Ой. Я в орчиде, даже лучик набрал. Мне все надо дать, мне предметы 0. Боится. Все, мужики, 5 у него? Типа, благо мины сами работают. Можете вот здесь поймать, парни, пожалуйста, можете вот сюда подойти? Да, 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 бегу, бегу, бегу. Или они видят меня? Мне кажется, ты не отбил 5 у него, мы с тобой играть не будем. Да, у нас пить будет не принято, что отбиваем. Понял, в следующей игре опять против него, против вас. Ну за что? Ага, то есть это вместо того, чтобы отбить 5 у него. А что делать, паскуда? Да, я не могу, у меня герой не имеет стана, к сожалению. Феникс, по идее, делал ТП вниз. Ну или пешком ушел. Скорее всего, ТП, я так подозреваю. Либо АФК стал. Он идет. Не знаю, куда он может обернуться. Да угодно, например. Спокойно, верхнюю вышку не пушить. Предел. Так точно, капитан. Блин, у нас снова вижен тут. А это иллюзия? Да, это иллюзия. Нет! Чего? Что, серьезно? Да. Там был настоящий. А может, он за иллюзией ходил. Я гем могу взять скоро. Ну, я в помойку пронесу. В центре закончились уже. Мипа за зарелом. Будем драться с ним, ребят, стоит настоящий. Я сдох. Так он сейчас пойдет ушайн, мэйби, не? Есть пробитие. Мэйби. Да, пошел ушайн. Я подхожу. Я подхожу тоже. Бьем, бьем яйцо. Успеем? Я яйцо брал. Ой, как зря ты это сделал, я на них упуфаться должен был. Я яйцо убил. Да, а мы можем драться. Продолжить? Можем. Секунду, я шрайны можем? Я шрайны можем. Покажи мне его, покажи ему ген. Зачем, подожди. Я дал вот ему. Стенка стоит идеально. Бьете его? Идеально. Он улетел, он не может гриться. Ой. Дабл килл. Меня. Я сдох я на минах. Давай. О, все, это он наш. Вот только, да, надо спасти. Да. Я без грыва. Пизда. Все. Это при том, что у него курса еще есть. Ай. Все без шансов. Еще сверху не, я не могу играть против Shadow Demon, я только что понял, это прям пизда, типа. Ну да, было хорошо, когда я против Shadow Demon, хорошо, против, типа, это просто пиздец. Молодцы. Спасибо. Он докинет, он докинет. Так Кинтера не было в файте, поэтому легко. Давай убьем его. Да, да, пошли, вообще-то было сложно. Хасл молодец. Его убил сам. Мипа, не борец. Ой. Чё, он ушёл, что ли? Да, у меня сеток не было. Ну ладно. Вижу. У него сетка была, чтоб его взбить. Блин. Сетка с кем? Несправедливо. Несправедливо. Мы его прощаем сегодня. Или не прощаем, Лёх? Ну, это наш сокомандник. Обращай позже. Так, маленькая фора. Не, Лёх, на войне все враги. На войне... Какие там поставили, вижу. Там книга есть, покупайте кого надо. Хорошо. А я возьму, чтобы... Тут две Спасибо. Красных, а тут зелёные. Короче, я гем беру, меня заебало. Бери. Я больше снесу под лакрите. Хороший интервью. Опа, это касл. Да-да-да, я Рошу пока добивал. Может, можно ещё... Мария, с тобой стою так.
Снял. Это будет история великого камбэка. Посейв, так сказать. Глиф нажал. А что ты медальку на веру не берешь? Ты же брал раньше. Когда-то брал, потом два раза пофиксили, как-то психологически перестал брать. Понял. Да, я тоже очень любил медаль на инвокере, но когда ее дважды фиксанули, это такое. Гем. Она может быть неплоха, за косарь голды все равно минус 5 армора, но при этом... Ой, как же зря ты его спрятал. Сори, брат. Вы деритесь, я буду фиксировать. Я вас пуржил. Ой, пуржил фиксировать. Сори, я шутил, наверное. Да, есть такое. Ну, нормально. Выжил вообще. А, я убил его, нормально. Прям не называть. Гем, ты забыли взять? Гем взяли, нет? А его гем был? У Чена вылетел, да, вот здесь вот, по идее. Но, я не знаю, тут курьеры летали, и Monkey King бегал. Monkey King сдох. По-моему, они сорвали его. Вот. Приятно на бутылке сидеть, то есть на кусок сэндвокер играть. Я же говорю, там где-то Тимуру с та команда выигрывает. Вообще, может, это касать Тимур. Так это морально. Вы понимаете, что вот у тебя просто ощущение, что мины, они везде. Это фобия наступает. Да, это как... Я не знаю, когда просто слышишь звук комара, у тебя тело начинает чесаться. Вот это то же самое, мне кажется. У меня давно не чешется тело, когда слышу звук комара. Нормально, я дефаю, мне некогда, подожди. Вот поймал! Взорвите его! Ой-ой-ой-ой-ой. Тимур, взрывай! А мы не можем сделать так, что член возьмет крипа и куда-то его выхлеп? Можем идти пиздиться просто, мне ультимейт. Ну конечно, да, еще достали, наверное, по краям карты. У них все-таки 4x5, не забывай, у них 5x, ребята. Когда ты поставил крипа, и он тпшился даже. Да, если не Кермина, одно, да. Второе. Если не мипа, то липа еще. Все, веду крипа. Куда-нибудь. Во вражеский лес. Я не понял, от кого дефать? Я запутался. Вы говорите, взрывай, я взорвал, но он же не тот. Так, короче, а, можете? А, ты поэтому думал так долго. Мне 2000, да, гоним, а там будет очень жесткий. Бори, поймаем. Поймаешь, я рядом. Бля, мне кажется, что, знаешь, почему зря? Потому что... Нормально. Ну или я долбоёб, тут два варианта. Не, ненормально. Значит, долбоёб. Я бегу к вам, но я далеко. Отступаем, ребят, отступаем. Ладно, короче, мне кажется, дарить их сейчас давить просто. Ну как давить? Они меня убили, например. А что они сдохли? Ну, мы задавили. Просто не надо нападать вдвоем. Под их три. Да. Мы бы убили. Так, а чё это? А вот ещё локоть поставить. Или экзортовый. Руны собирайте. Опа, Тимур! Все, тихо. Короче, никуда вард не поставить, постараюсь сюда. Так, да как мне Monkey King инвокер мне должен быть? Демон, ебать, еще так ими. Даже БКБ не поможет. Да, я говорю, даже БКБ не поможет. Надо убивать. Тебя пошел искать, Вокер. Вокер пошел искать. Тинкермин, уже все нашли. Это шок просто. Там мипа, как еще сдерживаешься? А чё, мы можем как-то разминировать вот здесь паун? Хотелось бы. Можешь, иди. Иди, умри. Разминируешь. Ну просто он деграут делает. Да, он прям секундой, он делает деграут. Да. У меня все калькулейтед. Я смотрел туда с самого начала. Потом на записи проверите. Есть пробитие? Пробитие есть, наблюдается. Я через катаклизм буду ловить инкера, пока так только только он куда-то тэпнется. Я вот так убираю. Вон он. А он умер, да. А, или нет. Тимур, давай! Тимур соло. На тоненького. Чё, Юл еще убили? Нет, это мистик став. А, да ты Шиву всё-таки решил. Да. Ну, говорю, если ты Шиву давь итом. Что за троллинг? Он и тебе и там нашёл. Что за троллинг? Ты меня подставил со своим крипом. Ушёл? Ну, да, смотрите, новая тактика, это да, у них новый керри. Да, это так нечестно. Меня дизрупшн дали. А чё мы клиф не нажали? Ну что, закидывай лак. Поехал. А, нормальный дэмэдж вроде, да? Вы можете, короче, топ пушить. Да, в принципе, не мог. Я вот тут, я... Точнее, бот. Вы почти бот, я на топ запрыгну сейчас. Может, все-таки... Давайте. Команда? А, не. Файт супер. Всё нормально. Да, пора. Всё под контролем, да. Я готов давать. Чекай. Надо, чтобы вы начали бить, чтобы они что-то пытались сделать. Да, он сейчас все им снес уже, наверное. Че, это отходит, еще нет? Мне не отходят? Нет. А мы не добьем? Ну, я в снял. Общем-то, я бы добил. Я могу порохнуть. А форшами ты не можешь добрать? Он сдох на МК.
Бэйбэ. Мне сейчас блинк прилетит. Он ультовал? Он ультовал? Нет, нет, нет. У него все есть. А он может быть. Он кинул сетку, сейчас сетка прилетит, чекайте. Я сказал, ловлю, ловлю, ловлю. Видели? Парень, можем? Да, давайте. Я сюда бегу. Там, правда, Тинкере остается, я не видел, у него есть аганим или нет? Тинкера нет. Будет ли вы? КД брат. Не надо. Разберусь без вашего хелпа. И мы не хотели помогать. Значит, а просто... есть него, гони, парни! Поехал! Хорошо, ты меня просто спас. Парень, да, можно? МК в 0 МС стоит в стане. Убил его. Бегай, видимо. Да, говорю. На игру Тимур выиграет, а может, МФК, что Тимур выиграет. Не важно, как команда, Тимур везде выиграет. Это капец, это герой такой. Да, да, персонаж классный. Будет в тачке играть просто на шансы. У Тимура винрейт 100%, чтобы вы понимали. Он не проиграл никому здесь. Вы одни сапенси чисто по приколу, играть в полторанке. Я пошел стрелять, могу пойти, играть пошли. Я не на мид больше не пойду с вами, ребят. Никогда. Слушай, Ростик, расскажи, пожалуйста, вашу реакцию в боте, когда мы вам фидели, вы бы знали, что у нас вообще было. Да, бойс. Нам просто очень интересна ваша реакция, потому что мы так на друг друга морали, это просто забить. Серьезно? Морали? Да, да, там такой был. Просто в клоунов играли. Мы интересно. Вы на серьезке сидели, да, такие? Да не, мы там сидели, кинули птенчиков, за один птенчик дохнет герой. А это морали, мы даже не думали. Ну, мы не были удивлены, что мы вас там видим, то есть тупо, ну как-то, не знаю. Да нет, а что вы можете делать против Dazzle Phoenix? Обычно дело бойся, ты видишь. Все привыкли уже.